Здравствуйте! Стрим UTS Live вновь в эфире, и мы начинаем наш первый рабочий день с такого потрясающего, знаменательного события. Мы находимся на аэродроме ОКС. Здесь проходит Альпина 20-23. Сегодня здесь пройдут гонки на дронах. Это, кстати, новый вид спорта, официально уже зарегистрированный. Буквально неделю назад его зарегистрировали, как официальный вид спорта. Вообще гонки на дронах проводятся около 5 лет. Произошло это абсолютно, как это часто бывает, случайно. Просто некоторые парни решили поугарать и вот так вот поставили камеру на дрон и решили устроить гонки. Сейчас это целое движение, очень популярное. В нем принимает участие огромное количество людей. И сейчас, например, проходит баскетбол на дронах. Смотреть, что маленькие дронщики, они спрятаны в такие своеобразные шарики, которые можно и нужно запустить именно в баскетбольную корзину. Также еще будут крестики-нолики на дронах. Ну и, конечно же, самое большое, самое классное зрелищное шоу — гонки на дронах. Они начнутся чуть попозже.